Знаете, почему я нахожусь в клетке? Потому что мои подписчики будут строить для меня тюрьмы, и моя задача будет из них сбежать. А за худшую постройку в прошлых битвах либо мяукали. Мяу. Или пели. Мы и пишем. Либо читали выразительно стихотворение. За решеткой темный сырой, кромленный в неволе орел молодой. А что будут делать сегодня проигравшие, вы узнаете в конце этого видео. Каждые 40 минут я буду смотреть, что у вас получилось. 40 минут прошли, мы сейчас посмотрим, что у всех получается. И да, я не в клетке. Ладно. Я вижу, за 40 минут у вас ничего не получается. Ты вообще в стекляшку залез, или это не ты? Стоп. Это не пингвин. Что? Как я не смог тебя отличить от фигурки? Ну ладно, красиво. Принеси мне одну рыбку. Короче, мы будем в вольере, где надо будет нести вот этому второму пингвину рыбку. Он нам даст ключ от электрощитка. Этот электрощиток откроет нам двери от вольера, и потом мы выбежим на улицу. Типа понял, делаю вид, что все понял, чтобы было все пон. Ух ты. А, кстати, забыл сказать здравствуйте. Приветствую вас, уважаемый... Уважаемый ух! Да все, хватит, хватит. Это что за пародия на меня? В смысле? Я рекламирую мерч. А, мой мерч? Мы реклама. Это ссылка в описании на футболку уха. Да. И на штаны. Только из-за того, что у вас есть мои футболки, я не буду по вам стрелять, потому что я добрый. Все, я пошел. Ладно, пока, удачного пути. Хапортал, ты случайно не хочешь мне там показать все, что вы построили? Это твоя камера, ты в ней будешь сидеть. Можешь ее уже осмотреть каждый уголок. Как окно привезут еще. Что везут? А, я уже хотел так сделать. Обратно, нельзя. Я вижу тут очень много камер. Вы кого еще сюда посадить решили, признавайтесь. Еще одна реклама моего мерча, что ли? Да. Фу, в чем будешь? Вы хотите сказать, что вы построили всего лишь одну комнату недоделанную и еще просто знаешь, эти стены? По крайней мере, мы хорошо строим. Ладно. Следующая команда. Короче, смотри, вот тут будешь сидеть ты. Где? Вот здесь. Я уже понял, что я сбегу, потому что здесь стены какие-то странные очень. Ну ладно. Ты в одиночку построил, если честно, даже больше зданий, чем остальные. Вот здесь будет кафетерия, где будут давать уху, пельмени. Я пиццу хочу. Я прямо сейчас. Ну и там еще будет поварёшка дядя Ашот, который будет варить шаурму. Я согласен. Кого варить? Шаурму. А, это электрощиток, которая будет отключать этот электрический забор. Типа электрозабор. Крутой забор. Аба, все, крутой забор, я сбежал. Видишь, мне не составило туда сбежать. Я не виноват, что персонажи в Роблоксе прыгают 2 метра. Хочешь очень крутой совет? Нет. Ну ладно. А здесь буду сидеть я, да? Угу. А что мне тут даже кровати нету, дивана нету. А где мой столик? Все, ух, скрылся. Сбегаем. Я знаю, как у тебя уху варят. Вот берут маленьких ухов, сюда сажают. Это жестокая правда. Ну все, вымирающий вид. Так. За это я тебе поставлю 0 из 10. Здравствуйте. А почему такая маленькая тюрьма? Это пока что самая маленькая. Это маленькая тюрьма для маленьких ухов. Разыскивается ух. Но это точно не я, смотри, я добрый. Это унитаз, вот он, унитазный инженер, которого мы искали. А зачем ты туда залез? Не знаю. Я уже придумал план побега, я сбегу через унитаз. Ну и в общем, это все, что вы построили пока что. Вернемся через 40 минут, а я пойду возвращаться в свою клетку, потому что я все, снял видос, теперь надо сидеть. Я вижу, за эти 40 минут вы уже, ну, сделали что-то крутое. Ну, в смысле мы? Вообще-то это он только. Это крышу не делаю, вообще что за нудный. Пингвин, давай нам интересный обзор, давай интересный обзор. Это тут забивная дверь, точнее, просто дырка. Это забивной хэк. Это забивной неандерталец. Там висит. А это все. А вот это все забивное остальное. Почему я андерхалил? А, все, он улетел. Еще один прилетел. Тут какой-то араб прилетел, на арабском что-то пишет лайки. Это все, что ли? Да, я ничего не строю. У вас осталось только 40 минут, чтобы закончить. Я сказал. Что ты сказал? Я сказал, что ты сейчас зайдешь. Правда. Ты мне в прошлый раз проводил экскурсию, так что в этот раз будет проводить экскурсию твой друган. Я выхожу в выход, и здесь есть три пути. Пойти в океан и утонуть, пойти в стену и разбиться, и пойти туда и найти самого себя. Что? А почему столовая закрыта? Она будет закрыта, по техническим тепленьким. Эх, ладно. Без еды сидим. Пошли. Пойдем. Да, не ходи.
там еще ничего нет. Ладно, я понял. Тут будут камеры. Вот здесь подъем на второй этаж, здесь тоже будут камеры. Да. Ой, что он тут делал? Нарушитель. Он сбегает из тюрьмы. Что он тут вообще делал? Почему он за нами шпионит? Все, я улетел в следующую команду. Что, тут листочек есть? О, его можно прочитать. Дай-ка нажму. Да. Выход из тюрьмы находится на кухне. Чтобы попасть на кухню, пройди через ухо. Ну, проходи через меня. Вот это вот. Не работает твой хак из ТикТока. Нет, вот этот тут, я говорю. Этот злой. О, я в вентиляции жестко. Тут мы идем по коридору и попадаем в канаву. Привет. У тебя тут поезд? Что, зачем? На этом поезде ты сюда приедешь. Меня привезут на поезде. Если честно, то поезд оставляет желать лучшего. О, тут свет даже есть. Он такой красивый вообще. Там даже есть камера, которая следит за мной, даже когда я буду кушать. О, прикольно, да? Я такой сижу, кушаю супчик. А ты что? Ничего, я хочу быть хорош. Почему-то в моей клетке до сих пор не появился уютный диван. Сколько времени осталось? Осталось всего лишь 40 минут, после которых мне придется зайти в эти тюрьмы и потом забегать. Должен быть эпичный конец, поэтому я сделаю вот так. Нет, меня сажают в тюрьму. Ха-ха-ха. Я в тюрьме. И что же мне теперь делать? Заходи в клетку. Ага, понятно. Что понятно? Да не, еще я иду по своим делам. Ладно, у меня есть только две кровати, один унитаз и какая-то подозрительная картина. Ну, я думаю, что за ней ничего нет, потому что... Ну, в прошлом видео уже такое сделали. Смотрите, вот тут открылось что-то. Да закрой ты уже, ё-моё. Надо искать другие способы выхода. Ну, я могу просто посидеть на кровати еще. Ну, ладно, я буду ждать, пока меня выпустят. 10 лет всего лишь. И думаю, что это будет так долго. А, все, мне надоело, выпустите меня. Так, нельзя выпускать, он особо опасный преступник. Эй, я особо опасный преступник, серьезно. Идем кушать. Кушать? Ура, кушать, я пошел кушать. Сейчас туда. Туда? Нет, выход. Нет, мы сейчас пристрелим тебя. А, ладно. Ой, не того. Ну ладно, идем. Короче, это самая вкусная шаурма из пластика. Специально для вас. А это суп в пластиковой тарелке с пластиковой едой. И с пластиковой водой. Это очень вкусная еда, проверена. Холодная? Вода стеклянная. Привет, камера, я в Ютубе. Ой, я в ТикТоке, наверное. Наш повар. Да, все, готовь нам кушать. Ну что я вам приготовлю? Дайте мне ножик, вилку, секиру, пушку и динамит. Много хочешь, сейчас пристрелим. Ладно, я сейчас буду вам все готовить. А берем котел, заливаем все это стеклянной водой. А что такое большой суп? Отойдите, я готовлю суп на всех заключенных, не понимаешь, что ли? Стой, ты только один заключенный. Что, можно готовить суп? Да. Так, в общем, из чего готовится мой вкуснейший борщ уха? Сначала нужно поставить красненькую кнопочку в центр, чтобы получился вкусный аромат. Какой динамит! А, все. Теперь нам нужно добавить сюда вкусненькие и ароматные немножечко приправы. Так, подожди, что это за приправы такие острые? Да. Ой, я люблю острые. И тыковку. Но сейчас надо добавить самый главный ингредиент. Готовы? Динамит, да? Да никакой не динамит. От 150 тысяч тонн тротила взрываем, все, бежим. Ой. Так, стойте, дайте мне доварить-то мой суп. Нет. Я готовить хочу, я повар. Я лучше обратно зайду в свою камеру. Когда мы на прогулку уже пойдем, ребята? Да, вот. Ладно, пойдем на прогулку, проводи меня. Через 100 метров повернитесь направо. Опа, мы на улице. А теперь быстро, 250 тысяч кругов. Эх, ладно, я буду бегать. Не в камеру. Камеру? Ну ладно. Эх, кажись, мне не избежать из этой тюрьмы и придется здесь жить вечно. Походу. Правильно говоришь, правильно. Так, я тут сделал кое-что. Ой. Точно, свет нужно включить, вот, все, можно идти спать. Так, делаем и осторожненько, пока он не видит. Ужас. Ой. Пойду-ка я лучше поем. Ладно. Вот какой обжор, блин. Стол съем еще, так. Я стол ел, ты что, не видел? Добрый полицейский, ой.
скажите недобрые. Я хочу выйти пораньше, потому что мне надо снимать видос. Вы сможете меня отпустить? Что вы получите взамен, знаешь? Что ты получишь взамен? Что, что? Ты получишь красивое зрелище на то, как твоя тюрьма разрывается в клочья. А, пушка не работает. Пушка не работает. Надя, ой! О, все, все, сбегаем, сбегаем. Все, все. А ну, стой! Ой. Стоять! Я споткнулся. Споткнулся. Давайте оценим эту тюрьму. Я поставлю ей 10 из 10 за шаурму, красивое освещение, электроток, идеальную кроватку. Ух, ух, можно вопрос? А электроток это что? Вот это электрическая штука. Электроток? Электроток? Ну то это ток электрический. И секретная штука. Гамми-овер. 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 Ну и у тебя 54 очка из 60. Ты будешь сидеть в тюрьме. И чё? Понятно? Ай, прям ай. По лестнице лицо. Вас тоже посадят, что ли, в тюрьму? Как обидно. Хотя вы заслужили. Сколько нам здесь сидеть? 24 часа челлендж. Пахнет свободой, свобода, свобода. Пуля непробиваемая, только попробуй ее сломать. Я сбежал, смотрите, я вам дверь открою. Убегайте. Спасибо. Кто ты, о странствующий странный ух? Do not enter. Значит, надо идти туда. А, нет, не надо. А, чё, ладно. И здесь. Свобода! Кажись, мы сделали все не по плану, так что возвращаемся обратно. Ты знаешь, куда идти? Смотри, там камеры, они наблюдают. Они поворачиваются. Я не касаюсь. Не могут, они опасны. Если на них наступить, они будут. Ой. Ваша задача опрокинуть стол. Опрокинуть стол? Вот это я люблю. Все, побежали. Как нажать на кнопку? Все, я нажал. А, тут двери. Давайте сюда. Нет. Чуть не проиграл. Выход. Куда убегаем? Нет, мы будем хорошо себя вести, не надо, ладно. Мы с капканом, я сказал. Ладно, у меня есть план. Помоги нам, охранник, я заболел, иди сюда. Ага. Давайте сбегаем отсюда скорее, ребята, уходим. А ну, стой! По порталу бежит за нами, убегаем скорее. Небесный, бегите. Я... Ой. Беги! Да ладно. Я тоже косой. Да, вот. Нет, моя куртка! Как-то. Свобода, ура, вода. Все, быш. А куртка? Я ставлю 10 из 10, это тюрьма, реально как тюрьма. Я даже одел скин охранника. За это прибавляю 0 очков. Вау. По порталу пошли. Как думаете, сколько у вас очков? Максимальный балл без... Короче, 59 у вас. Ю, я во второй тюрьме для маленьких. А сначала прочитайте листочек, который вот здесь. А можете для начала покинуть мою эту клетку? Гигантские люди. Здесь есть моя картина. И листок бумаги, на котором написано тайное сообщение. Выход из тюрьмы находится на кухне. Чтобы попасть на кухню, надо пройти через ухо. Ладно, начнем сразу сбегать, но сначала надо залезть на унитаз. О, нет, злой полицейский наблюдает за нами. Ладно, сбегаем отсюда. О, это вентиляция большая. Столовую. Пойдем сюда. А, вас поймали повара и скрутили. Конец. Вон тот повар, что ли? Застрявший повар. Ладно, давай, пока там застрял, надо сбегать. Куда? Ой. Вот тут есть отличный вертолет. Ой, Истребитель. Садимся. Все, а меня? А тебя забыли. А, сейчас я тебя спасу. Садись, давай сюда скорее. Давай, быстрее. Давай, полетели. Ладно. Ой. Я ставлю 9.5. Спасибо. В общем, у тебя 51 очко из... Из 60. Это просто самая ужасная комната, которую мне давали. Находи, ничего. Нет, тебе сюда. Туда надо. А, мне здесь что ли жить? Тут снег. Есть кровать, вот. За тобой никто не наблюдает, я тебя уверяю. Можешь даже лечь на нее, прилег. Вот, за тобой никто не наблюдает абсолютно. Все хорошо, ты тут один, в безопасности. Здесь дальше есть миска. Это кушать. Да иди к этому челу. Привет, пингвинчик, вот. Что ты хочешь? Принеси мне одну рыбку, ладно, сейчас принесу. Нажимаем на рыбку, и она ему дается. Еще рыбу? Да! Я вам открою электрический щиток. О, спасибо. Нажимаем на него,
не происходит ничего. А, вот эта стенка пропала. Я думаю, вы меня хотите заманить в ловушку и уничтожить, но перед тем, как вы меня уничтожите, я хочу вам показать фокус. Хотите? Абракадабра. Ё-моё, я в какой-то темной комнате. Ты думал, ты сбежал? Ха-ха-ха. Теперь ты в пусто. Че? Наконец-то свобода. Хлеб, печеньки, молоко и кнопки. Ух, уходит. Ну вообще он сбегает. У пингвина и Хекса 55 очков. Так, у тебя меньше всех очков. Знаешь, какое у тебя наказание? Ты должен будешь прочитать. Понятно, прочитать, ну то есть нормально прочитать. Очень сложную скороговорку. Готов? Нет. Ты будешь это читать до тех пор, пока ты не сможешь идеально быстро прочитать. Что? Регулировщик регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не выловили, изрыл, вырыл и подрыл. Давай еще раз. Это надо делать отдельное видео, как я скороговорки читаю. Регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не было. Изрыл, вырыл и подрыл. Я думаю, что ты лучше не сможешь, да? Да. А, подпишись, если не хочешь попасть в тюрьму.